Ахой, камрады! Сегодня у нас так получается, что в гостях у нас другой канал. Test for Drive у нас другой канал, HackMyth, в котором я размещаю обычно всякие айбабахи, да. И еще у нас в гостях так называемый проект High Level. То есть это мы переделываем грузовики и проект 4X6, который переделка Peugeot 406. И вот сейчас я просто покажу. Вообще эта штука разрабатывалась для проекта High Level, переделка грузовиков под удобные для проживания, так сказать, кондоминиум. И сейчас это вот эту вещь мы, адаптер, инвертор, вернее, с 12 вольт на 220 вольт, розетку установим в машину. То есть я сейчас покажу. Смотрим. Здесь находится прикуриватель. Нам нужно врезать куда-то розетку. И лучшее место, которое я нашел, это у нас... выкинуть отсюда, да, эти зарядки и прочее, это вот там, вот это вот место, вот сюда вот. Вот и здесь я нашел специальную розетку, которая хорошо встанет в это место. То есть сегодня была закуплена розеточка. Вот такая микроскопическая, размером конкретно. Вот. Вот такая розеточка. Сейчас мы будем ее вкорячивать. То есть вот к ней вот еще такая рамочка. Вот в это место. Сюда. Друзья, если вы смотрите мои видео и вам нравится этот канал, то лучшим способом поддержать будет даже, наверное, не присылка денег на PayPal, как мне показывают помощь на другом канале, а просмотрите рекламу. Под видео показывается реклама. Можете даже кликнуть на нее. И тогда, если вам это... Обычно это как по какой-то теме, которая здесь же, собственно говоря, идет. Например, автомобильная тема, то здесь же реклама показывается автомобильная. То, что вам интересно. Так что посмотрите рекламу. Так, дальше. Мне нужно демонтировать полностью эту конструкцию здесь. Так. В таком случае просто тупо все вынимаем. Так, у нас здесь два болта. С инструментом. Да, кстати, как вам мои новые кресла для проекта 4X6? Это видео по этим креслам есть на моем другом канале Test for Drive Life. Можете там посмотреть. Отличное кресло, очень удачное приобретение за какие-то совершенно смешные деньги. Вот, смотрим. Ну, здесь у нас уже есть одна проблемка. Ну ладно, я сейчас открою. Вкорячить вот эту вот розеточку вот так, и здесь она и будет торчать. Вот, наверное, вот так, чтобы она торчала вверх, потому что вниз там места уже нет для провода. Все же, как вы знаете, розетки идут вниз, а здесь земля. Значит, вкорячить придется вот так. А вкорячить надо вот этот блок. Если кто не знает, этот блок собран мною на канале HackMyth. Можете посмотреть, как его делать. Вот его сейчас нужно разобрать до комплектующих и опять вкорячить, только уже сюда. Вот он, этот блок, который разбирается очень просто. Этот блок мы назвали именем Джобса. Ввиду его просто талантливой
в исполнение, которое видео незаслуженно обойдено вниманием. Никто его не смотрит. Между тем, талантливейшее произведение инженерного искусства, по моему мнению. Наверное, все-таки инженерного, дизайнерского. Все проверено, все работает. Вот этот вот блочок и нужно вставить заново. Теперь уже вот туда, припаявшись к 12 вольтам вот этими вот хвостами. То есть это все времянка, как вы видите. И так, и так. Все, хвосты готовы. Все, смотрим. Вот он, блочок. Если вы посмотрите, видите, вот прикуриватель, и вот от него идет провода. Вот их нам нужно достать. Так, есть. Кто из них плюс, кто из них минус, я здесь, к сожалению, не знаю. Поэтому мне, наверное, потребуется тестер. Хотя вон земля. Земля — это у нас минус, по-моему. Ну, проверим на всякий случай. Решил все же оставить блок в коробочке. К сожалению, крышка не закрывается. Можно, конечно, больше нарастить коробочку тупо и закрыть крышкой. Ну, может быть, так и сделаю. Да, сейчас, наверное, так и сделаю. Вверху плюс будет, внизу минус. Граунд, земля, минус, да. Ну, можно закрывать. Вынул я всю эту фиготень. Вот так вот она выглядит. Теперь ее можно почистить. И вот сюда нужно врезать. Я буду этим заниматься. Ну вот, вся проводка здесь на виду. Теперь вот сюда нужно вкорячить. Блин, вот это, наверное, земля все-таки. Да, все верно, пропил. Желтая земля, то есть минус. Коричневая плюс. Вот. Если 12 без минуса, значит, это все окей. Правильно подсоединили. Красный должен быть к плюсу. Так, ну, задействуем те же самые провода. Коричневый и минус. Минус земля, коричневый, плюс. Так, насколько помнится, у меня коричневый плюс — это сверху. Вот здесь я его обозначал. Ну, блин, давайте перепроверим. Это мне надоело сжигать. Да, плюс сверху. Так, коричневый у нас плюс, желто-зеленый минус. Коробка будет лежать прямо у самой розетки, и в розетку будет входить вот это вот. Теперь было бы неплохо. Без рамочки. Может, и рамочка и не нужна. Припаять сейчас АБС клеем. Так, попробую сейчас с этим пистолетом приклеить. Так. Сейчас схватится. Вот эти вот провода будем уже подсоединять. Желтый к желтому, коричневый к коричневому. Так,
остался. Позвонить нельзя? Уже нет. Ну, верхний плюс у меня был, я насколько помню. А плюс это у нас вот этот. А потом будет сложно, наверное, менять. Ну, когда шарахнет. Да не. Если предохранитель погорит. Не. Не сложно. Есть, есть, есть. Все. Сборка трактора закончилась? Слушай, ну выглядит неплохо. А? Рутично. Вот так вот выглядит. По-моему, очень неплохо. Ну вот, в принципе, вкратце результат нашей работы. Покажу сейчас. Вот так вот выглядит розетка, вставленная в панель. Ничего снаружи нет, все внутри. В этой вот в консоли. В принципе, достаточно удобно. Все, в принципе, разрабатывалось, конечно, для грузовиков, да. Ну вот, и в ближайшее время, я думаю, вы увидите видео, где мы будем делать то же самое в грузовике. То есть найдем место и будем там устанавливать. Все, смотрим. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Смотрите полное видео о переделке автомобилей. Всем пока.